Полюбившаяся жителям нашего района ежегодная эстафета «Мама, папа, я, мы – спортивная семья» прошла на базе Дворца спорта «Видное». Семейный праздник поддерживали как взрослые, так и дети. 17 семей с удовольствием прыгали в скакалки, кидали мячи и соревновались на скорость. Подробности далее. Традиционный семейный конкурс «Папа, мама, я, мы – спортивная семья» в очередной раз прошел во Дворце спорта «Видное». Представители из каждого поселения нашего района боролись за звание самой спортивной семьи. По словам организаторов конкурса, такого рода соревнования позволяют укрепить взаимопонимание в семье, дать каждому почувствовать себя частью команды. Несмотря на численное превосходство взрослых, все же этот конкурс был для детей, а настрой у каждого из них был только на победу. Очень сильно борются, конкуренция высокая у них, особенно у пятилеток, очень много пятилеток будет. Думаю, что будет у них там насыщенная сегодня борьба. Каждый этап был построен так, чтобы любой член команды мог проявить себя. Помочь папе собрать мячи, поскакать через прыгалки всей семьей, прыгнуть дальше всех. И много других конкурсов, где каждый мог помочь, подсказать или просто поболеть за остальных членов своей команды. Семья Карамовых ведет активную спортивную жизнь в нашем районе. Лыжи, эстафеты, конкурсы поделок и многие другие мероприятия не проходят без их участия. Мы участвуем в Пасхе, пасхальных и в новогодних. И везде у нас призовые места. Первые гран-при. А это у нас тоже. Лыжник имеет уже разряд. А вот семья Пахомовых первый раз участвует в семейной эстафете. Эмоции. А почему решили участвовать? Как узнали? Мы в садик ходим, нам предложили, и мы согласились. Дети с огромным энтузиазмом участвовали в каждом конкурсе и переживали за своих родителей. Иногда эмоции перевешивали, но на то он и семейный конкурс, чтобы близкие всегда были рядом в трудный момент. Привить ребенку любовь к спорту или просто весело провести время – главное вместе всей семьей. Дети, попав вот в эту ситуацию, где надо дружно всей семьей показать результат, для себя даже сделать какой-то вывод. Ага, у меня это не получается. Я должен пойти на какой-то вид спорта. И не исключено, что завтра пойдут, кто-то пойдет на единоборство, кто-то пойдет на гимнастику, кто-то на баскетбол, волейбол, неважно. Дети приходят к тому, что надо заниматься. И это важно. Спортивный праздник прошел на славу. И, как полагается, в дружной семье здесь не было проигравших и победителей. Призы ждали всех участников мероприятия. Екатерина Чернышова, Александр Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».